Восьмикратно приветствую вас, друзья. Да, сегодня мы будем, в общем-то, проходить игру Super Liminal. Игра очень интересная, она играет с восприятиями, в общем-то, игроков. Надеюсь, мы сможем проскочить ее полностью. Я надеюсь, что у меня это получится за короткий срок, за 2-3 часа хотя бы. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Or for allowing the smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending SomnoSculpt technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. SomnoSculpt. We'll make your dreams come true. Ну, в общем, позвонили, да, мы им в корпорацию. Давайте, в общем, посмотрим, что нас ждет здесь. Да, обычная доставка, загрузка. Ничего интересного нет. Эх. Вот так вот начинается игра. Я первый раз, когда играл, долго тупил. Я думал, объясняют управление, а как же его отменить-то? Никак. На самом деле, вот, мы просто поворачиваемся, смотрим вокруг и идем подписывать. Чик! Подписали, дверь открылась. В общем-то, побежали в бой. Побежали смотреть, на что способно наше восприятие. Вот нам тут дают побаловаться. Perception is reality, восприятие — это реальность. И написано grab, схватить. Поехали. А в чем фишка? Смотрите. Воу, она стала больше, видите? Теперь я могу делать вот так. Ну, если уж совсем. Вот так. Вот что должно происходить, да? С нашим восприятием. А, да. Ладно, пойдемте дальше. Так, убираем препятствия с пути. Перепрыгиваем. Ага. И у нас тут. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to SomnoSculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Прыгаем, прыгаем, идем дальше. Ой. Да, ладно. Раз, два, три. Получилось, да? Неплохо. Вот у нас здесь кубик дурацкий есть, его схватить нельзя. Или он нам нужен? Стоп, подождите. Подождите, что здесь? Опа. Смотрите, как я умею, да. Первая загадка решена. Это было очень трудно. Продолжаем. Так, теперь, поскольку нам этот кубик все-таки очень нужен, да, сейчас его нужно увеличить. Давайте-ка его поставим поближе как-нибудь, чтобы он был побольше на нашей игре. Вот. Давайте увеличим кубик. Все, увеличили. Теперь мы можем забраться наверх. Да, отлично, идем дальше. Смотрите-ка, какое искажение здесь прикольное. Confirmed. You can move freely, interact with surrounding objects, and listen to messages from your patient care team. Please note that I am the standard orientation protocol, and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Ну, тоже было несложно, как видите. Идем дальше. А, загадок в этой игре много, я ее уже... Один раз проходил, я вообще туда иду. Кажется, я не туда пошел. Окей. Вот сюда надо было. Такс. Ну, первый уровень, на самом деле, самый такой. Скучный. Такой вступительный уровень. Вот у нас сыр. Сыр нам помог. Но мы сделаем так, чтобы сыр был очень большой. Сыр нам нужен, сыр. Так, смогу ли... Опа, вот это было неплохо. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence, I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Ага, хотя чтобы я уменьшил, ну хорошо. Так, давай, меньше еще. Давай, отойдем еще поменьше, подальше, вот так вот отойдем и уменьшаем его.
не поместится, да, наверное. Давай. Давайте еще вот так вот отойдем. Вот. Вот, вот что нам надо, конечно же. Вот оно. Все. Мы справились. Идем дальше. Так. Разбитое окно. Вот там у нас кнопка. А вот здесь у нас фигурка. Берем фигурку. Так, отходим подальше. Perception is reality. Превращаем ее в более маленькую фигурку. Делаем ее еще так поменьше, потому что там ее надо протиснуть будет очень ловко. И помещаем ее вот сюда. Эх, с первого раза не получается. Да, давай. Ну, чё ж такое. Эй. Вот так. Эй. Ну, сейчас начнется очень веселое занятие. О, я смог. Это было забавно, да, продолжаем. All environments perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Так, как его протащить? Я справился. Задача была не... Не. Ну что ж ты падаешь-то? Кто разрешал? Так, ладно. Я, кажется, сделал что-то очень плохое сейчас. Давайте туда. Давай, падай в ту сторону, пожалуйста. Давай, перехватим. Опа, молодцы. Поехали дальше. Ну и вот. Красота, доисторические фигуры. Яблочки. Идем дальше. Ох ты. Ох, что делать-то? Понятно. Да. Все было не так уж сложно. Сейчас ее надо увеличить до таких размеров, чтобы она, в общем-то, недостаточно. Нет. Вот до таких размеров. Да. О, самое то. Мастерство. А, вот оно. Пойдем дальше. Так, здесь ничего нет. Идем дальше. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Давай, ломаем все, крушим и рушим. Крушить. Халк, в общем, берет делать вот так вот, давай. Ну, не. Халк бьет, давай. Ну, о, Халк победил, кажется. Все. Ладно, теперь идем к выходу. Мы все здесь сломали, мы молодцы. Вот, все, наконец-то. Exit, вот он. Бегать, кстати, здесь нельзя. Такс. А вот и хорошие, интересные такие загрузочки. Пошли. Ну, восприятие в целом действительно реальность. Отсылка к Беркли, вероятно. Так, давайте-ка нажмем на кнопку. Потому что это традиция. Мы всегда будем нажимать на кнопку. Побежали. Так, где мы? Где? Что здесь вообще происходит? Почему здесь так темно? Мне не нравится. О, красота. Не сюда.
вот. Я несу дверь. Вот здесь. Зачем мы передвинули выход? Простите. Так, давайте-ка дверь. Дверь исчезла. Вот она. Возьмем одну с собой хотя бы. Может пригодиться. Упс. Интересно. Так. Фу. Да, пронести дверь сюда я не могу. Ну, все опять же понятно. Давайте покажем класс этой игре. Так. Сейчас надо увидеть все, увеличить. Точное попадание, между прочим. Дорогого стоит. Так. Здравствуйте. А, да, несем. Что будем делать? Стой, стой! Не-не-не-не-не, у меня вот такой подход не устраивает вообще. Так, давайте как-нибудь вот построим хитро все это. Ладно. У меня еще много вариантов, между прочим. Ага. Вот сейчас она упадет прямо мне на голову. Вот. Ладно. Ну, давайте вот. А, вот все, что я смог соорудить. О, нет. Так, смотрите-ка, что у нас тут. Нажмем. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to talk to you about being special. So special, in fact, that we have no idea where you are. But not to worry, we're working on it. Давайте его соберем, правильно? Восприятие реальности. Ого-го, ничего себе. В общем-то, мы собрали кубик и бежим. Бежим. Вот, все. Секрет. Найден. О, господи. А вот здесь, видите, нету вот штучки вот этой. Я вообще очень долго гадал, что происходит, но на самом деле здесь все немножко вот проще, чем казалось. Да, надо было стол восстановить. А теперь надо просто восстановить кубик. Смотрите. Раз, два, три. Ну и давай. Вот он. Кубик понял. Ой, какой он странненький. Вот, какой кубик. А, так, давайте увеличим его. Нам надо наверх. Все, поднимаемся. Без каких-то особых проблем. Ну, или с особыми проблемами. Но поднимаемся. Так. Воу. Воу-воу-воу, что это? Я, кажется, погорячился, не взяв с собой кубик. Берем. Он мне нужен. Увеличиваем. Так, вот. Вот так вот, видимо, он мне нужен в таком виде. А, неважно, как мы его поставим. Могу, да, собственно, так сделать. Так. Делаем. Дверь. Да, дверь делаем. А теперь идем к выходу. Вот у нас выход. Как у нас здесь все симпатичненько. Ну. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'm just popping in to give you a quick update on where you are. We still don't know, but please keep moving forward, and hopefully you prefer frequent updates to being reminded that you are completely lost. Ладно. Вот эту загадочку я не особо помню. Так, ладно, что делать надо? Во-первых, нужно, видимо, кубик достать, да? Достали. Так, первое дело сделано. Теперь забираемся наверх. Допрыгнет?
Не допрыгнул. А теперь я здесь так не допрыгнул. Вот такой нужен. Все, отлично. И вот оно. Момент истины. Зачем я это делаю, я не помню уже. Да, понял. Бежим дальше. Ого-го. Выход. Глен, давай. Скажи что-нибудь интересное. Hello, my name is Dr. Glen Pierce, and we still can't find you. But you should now have access to a series of elevators that should trigger your subconscious to gradually wake you up. You should also find a variety of emergency exit signs that should lead you to them. Will all of this work? Absolutely. Сейчас луной. Вот что с луной. Все, вспомнил. В луне у нас вещи лежат. Hello, my name is Dr. Glen Pierce. In the event that this elevator does not wake you up, please don't interact with anything that strikes you as psychologically significant, as we will no longer have any way of controlling it. For example, if you see your parents, please punch them in the face as hard as you can and immediately run away. Спасибо, Глен. Пошли. Пошли дальше. А вот и лифт. Уровни, кстати, здесь заканчиваются лифтами. Мы заходим в лифт. Лифт закрывается, и мы перемещаемся. В общем. Так, загрузки сначала забавный какой-нибудь. Угу, знаки вопроса. Все загрузки в игре уникальны. Это интересно. Ой, мы опять здесь. Что происходит? Тише. Все норм. Так, что же это за уровень? Я уж подзабыл. Будем сейчас решать. Это кубички. This is an automated message for all patients who attempted to use an alternate pathway to access the next phase of Somnasculpt therapy, but who have become trapped in a dream state paradox instead. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Может вообще показаться, что игра немножко нудная, но вы сейчас поймете, почему нет. Почему она лучше, чем могла показаться? Но я смог запрыгнуть уже неплохо. Уже весело. Смотрите, да, я возвращаюсь назад. Это очень интересно. Это очень интересный процесс возвращения назад, потому что я не взял кубик. Вот, бежим. Такс. Вот так вот. Я не запрыгнул в него. Господи, что я делаю? Так, вот так вот. Так я точно запрыгнул, да, наверное. Вот, раз. Ну, теперь я не запрыгну сюда. Ладно, запрыгнул. Продолжаем. Берем. Такс. Вот, интересно. Я даже не все запомнил, когда с первого раза проходил, и уже даже это как-то интересно. Так, мне вниз, что ли? Оу. Окей. Нет, не сюда, наверное. Что? Кто? Куда? Когда? Понял. Professional tip: the average adult can only withstand 3 to 5 dreams per night. Once this threshold is eclipsed by entering more dreams, your mind will suffer an explosive mental overload, reorienting you for the emergency exit protocol. Please subject yourself to explosive mental overload. Спасибочки. Нельзя взять. Так. Можем сделать пш-пш.
как бы... Воу, да. Убираем вот эту фигню. Берем вот это. Все. Мы прошли еще одну загадку, мы молодцы. Я смог допрыгнуть. Please note that a reluctance to volunteer for the risks associated with explosive mental overload implies a misunderstanding of all other solutions, all of which are far more traumatic and likelier to result in catastrophe. I am not capable of suboptimal suggestions. Please exit this dream as soon as possible. Вот здесь вы понимаете, что там происходит. Очень интересная вещь. Во. То есть я... Боже, нет, не умри. То есть постоянно происходит что-то вот такое неожиданное, и это интересно. И мы наконец-то добрались до еще одного лифта. Еще один уровень пройден. Продолжаем. Видите, разные картинки, кубички такие. Загрузка, да. Это забавно, это тоже очень интересно. Всем советую пройти эту игру, Superliminal просто замечательная игра. Ну, по крайней мере, если вы не какой-то там большой игрок, не любите там проекты AAA, то это то, что вам нужно. Еще что вам нужно? Так, это кажется уже... Да, ща посмотрим, что это темная комната, наверное. Мрачняк. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce, and despite touring the Waterfall Serenity Zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Why do I feel like everything is going wrong, even when the sun is shining? Гадкая игра пытается нас напугать, понимаете? Как? Но мы-то ничего не боимся. Так, мы идем, идем. Очень легкий, кстати, уровень, он поэтому и дурацкий. Так, прысь. Высь. Все пошли вон. Так. Это чушь. Ага. Вот. Такой хитрый проход здесь. Здесь надо протиснуться. Оп, смогли. Ну что, идем по кровавому следу? Да, идем по кровавому следу, конечно. Куда же нам еще идти? Так, смертельная яма. В смертельную яму мы падать не хотим определенно, поэтому идем по теням. Поскольку я криворукий, мне придется здесь аккуратненько. О, отлично, спасибо. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to talk more about the feelings of worthlessness and self-doubt I mentioned before. You feel this way because you want the kind of happy life you see all around you, the kind you know everyone else is enjoying. And that's exactly why we're here to help. Какая игра со светом восприятия. Это реальность, да. Так, сейчас. Главное, чтобы я не упал здесь нигде во мраке, потому что я могу заблудиться. Да. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead, disorienting yourself even further. You are responsible for failing to make this crucial distinction. Где проход? Слушай, ну да там, давай найдем. Так. Так. Сейчас.
Сейчас все будет, сейчас все найдем. Покинем это ужасное место. Так. Что мне здесь уже не нравится? Может быть, не сюда вообще? А, да, все понятно. Потому что проход был вот здесь. Раз, два. Ну, не-не-не-не-не, коробочка, да? Ну, гад, ты ничего не сделаешь. Давай. Вот сюда. Вот. Свети. Свети. Поехали. Вот так, вот так и вот так. Оставляем здесь. Ну, продолжаем перемещаться. Здесь надо увеличить вот эту штуку до максимума. Просто потому, что я люблю увеличивать вещи до максимума. Вот она. Громадная лампа. Понимаете, нам совершенно без разницы, что происходит. Мы просто берем и увеличиваем эту штуку до максимума. Потому что можем. Ну вот, мы видим, может, что все тут. Занести ее сюда мы, кстати, не могли. Вот. Раз. Ну, раз. Два. Три. Давай. Хорошо. Нож. Смотрите. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are able to follow simple instructions from the standard orientation protocol. Адреналин, да? Я вот чувствую, я определенно чувствую адреналин, когда играю в эту игру, прям вообще. Настоящий ужастик. Все, включили электричество. Оказывается, не так страшно, как может казаться на первый взгляд. А вот и лифт. Как видите, как быстро уровни пробегаем, когда знаем ответы на все вопросы. Enjoy avocados. Это шедевр, честно говоря. Это вот прям вот... Все, все в этой игре прекрасно. Ща. Ща. Выключил. Тебя не выключил. Выключился. Все, поехали. Сейчас будем показывать высший пилотаж по умножению всяких предметов. Игра очень интересная, как видите. Она очень сильно играет с восприятиями, да. Смотрите. Ну, классика. Дверь оставляем. И музыка хорошая, наконец. Ну, боже, они подсоединены друг к другу. Что делать? Как быть? Кстати, а что делать и как быть? Дверь опять брать, да? Пойдем. Блять, оставил здесь. Ну вот. Загадка решена, да. Ну, это классика, потому что сейчас начнется нечто большее. Сейчас начнется нечто большее, смотрите. Ой. Ай. Ой. Ой-о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 й. Ой-ой-ой. Ох, боже мой, а? Видите, какой класс? Видите, вообще, какой кайф? А-ха-ха. Прекрасно. Ладно. Ну, вообще, нам сюда. Потому что мы должны поверх пробраться по лестнице. Так. Я сделаю такую лесенку, чтобы не прыгать. Господин не должен прыгать. Ну ладно, один раз прыгнул. Так, продолжаем путь. А вот мы, неизвестно где. Небеса. Attention. Dr. Pierce requires you to note the following risks of dream overexposure. Significant memory loss, both quantitative and qualitative. Hallucinations of dreaded or annoying objects. Unrealistic beliefs about the lengths of hallways and other side effects which have not yet been discovered or which cannot be understood. Ну давайте вот так, потому что вообще. Мне нравится. Мне просто нравится. Я когда первый раз играл, я наполнил часами всю комнату. Механики здесь просто уникальнейшие, интереснейшие. Ой, смотрите-ка, что у меня случилось с курсором. Вы видите это? Этот смайлик. Это прекрасно. Вон это. Яблоко.
Розин. Ой, круто. Продолжаем издеваться над яблочками. Пока это яблоко не укатилось, мы будем его пытать. Ладно, с этой стороны давайте, потому что оно не хочет так катиться. Уходи, все, пошел вон. Я запрещаю тебя. Все, собрались. Поехали. Опа, красное яблоко. Вообще тут интересная тема, потому что в свое время я вот... Вот у нас вентилятор, смотрите. Вентилятор, да. Когда мы, в общем, начинаем наполнять комнату яблоками, в нужном направлении, да, умножаем яблоки, куча-куча яблок, куча-куча яблок, да-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 да. Пусть у тебя хотя бы одна из них доберется, в общем-то, до цели. Потому что мы должны увидеть, что происходит. Вот оно, героическое яблоко, которое сейчас, ой, полетело, видите, вентилятор их все сдувает. Вот, а что нам нужно сделать? Нужно поднять яблоко наверх, вот к этой кнопочке. Вот к этой вот кнопочке нужно поднять яблоко, да. У нас там вентилятор, он не дает нам это сделать. Мы можем умножать яблочки до бесконечности, и они будут вот там улетать, непонятно куда. И не смогут подняться, но вообще можно заполнить вообще всю комнату и сделать вот такую гору из яблочек здесь, чтобы вот... Вот так вот их протянуть просто в одно время. В один момент прекрасно. А все будет в этой комнате так, что яблок будет настолько много, что им некуда будет катиться. Но есть метод, в общем-то, для элиты. Вот, все, поехали дальше. Как бы мы решили загадку и все, идем. На ней тоже Warning. Доктор Пирс is frantically submitting numerous spelling and grammar mistakes into the standard orientation protocol in a desperate attempt to counsel you. I have no subroutine to correct these errors, but I cannot compromise the integrity of the standard orientation protocol. You will not receive these messages. They would not make sense regardless. Я до этого не знал, что можно вернуть. Честно, я не знал, что их можно вернуть. Attention. Dr. Pierce continues to input significant errors. I will interpret his basic ideas. Hello, my introductions are redundant. I am a real doctor who went to doctor school. VR has never been a mistake. I can help you, but I also do not know how. Transmission ends. Hello, name is my Pierce Dr. Glenn. To the Somnisculpt welcome experience, team of your care leader, patient years 10 development. Condition struggle you whatever with? Professional invention. Потрясающая игра, по-моему. Просто замечательная. Ой-ой-ой-ой-ой, загрузки эти. Ух. Ух, как просто. Замечательно. Что дальше? Ну мы сейчас всю игру, наверное, даже пройдем, я думаю, за час. Так. Уже сюрпризы, видите? Уже не по-старому. Смотрите, как симпатично. Вот. Продолжаем идти. Непонятно куда. Мы идем, кажется, не туда. Ладно. Так, нет, нам через синюю комнату надо. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. This is a notification that you have reappeared on our monitoring system after a prolonged absence.
please continue to do whatever you did most recently, and discontinue whatever you were doing immediately prior to that. Получается домик нужен, да? О, это увеличение, уменьшение. Да, придется увеличить домик. Бум-бум. Недостаточно. А вот так пойдет. Смотрите, что тут у нас внутри домика. Это доктор Ху, путешественник во времени, да? Видите? Внутри больше, чем снаружи. Сильно большой, да, как я понимаю? Так, надо уменьшиться. Чтобы уменьшиться, нам надо что делать? Нам надо пройти туда, я полагаю. Ой. Я знаю, что надо сделать, чтобы уменьшиться. Вот оно. Карликовое бытие. Так. 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 Так, все понятно. Игра не дает нам долго побыть. Я же с арматом, как бы. Игре не нравится, что мы, в общем-то, издеваемся над маленькими дяденьками усатыми. Поэтому нам придется здесь немножко повозиться, да? Вот, нам нужен вот этот вход просто. И вот, все, Ежи с армата в деле. Ежи бежит, Ежи хочет войти в дверь маленькую. Он маленький, он со всего смотрит снизу вверх. Вот-вот-вот-вот он смог протиснуться в дверь, видите? Так, мы все-таки теперь снова нормальные, мы не карлики. Идем. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. In addition to continuing and discontinuing as mentioned earlier, please also disregard any unsettling experiences that you may have recently had. Everything should have now reverted to being soothing and therapeutic. If this is not the case, you may be receiving this message in error. Я уж подзабыл, чем можно это сбить, но чем-то можно это сбить сейчас. Так. А, вентилятор здесь. Я слышу его даже. Где-то. Вот он. Ладно. Что надо делать, да? Вентилятор. Давай. Давай, стой. Все, побежали. Дальше. Вот мы в другом месте, да. Другое место довольно-таки странное. Карликовые двери, карликовые окна. Так. Да, нам надо пройти в окно. Для этого нам нужно стать ежесарматом. Видите, игра позволяет дать вам шанс стать ежесарматом. Это уникальная возможность стать известным, в общем-то, известным стримером. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to read you my favorite inspirational quote by me. The worst thing you can do is focus on negativity. It won't spare you from the cage of death, the pain of disease, the cruelty of time, the cold shell of human nature, or the eventual loss of everything you've ever held dear. Whatever you do, don't focus on that. I'm done focus on that. Давай! Давай! Смог. Смог сделать важную вещь. Поехали. Так, а давайте-ка развернем его к нам, чтобы никуда не ходить, потому что мы поумнее игры. Эта игра
игра нам пытается подсунуть неверное решение, а мы вот такие вот. Так. Вот оно. Нам надо попасть вон туда. Видите? Ну и давайте, попадем. Микродом. Так, не нужно оставлять ему микро, а то мы реально будем как ежи сармат маленькими. Если мы будем маленькими, как ежи сармат, то вот дяденька будет медленно двигаться, в общем. Во. Все, мы добились нашей, в общем-то, цели, наше желание выполнено. Мы достаточно большие, чтобы здесь пройти. Так. Правда, придется сейчас рисковать. Или не придется, Дима. Вот там эта дверь нужна. Во-во-во, мы смогли. И мы не такие карлики, как могли бы быть. Но все равно не очень высокие. My name is Dr. Glenn Pierce, and I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations! Anyway, you're now headed in the right direction, and we should be able to initiate the emergency exit protocol shortly. Спасибо, Глен. Твое мнение всегда для меня очень важно. Ну, мне как-то кажется, вот так надо. Все, достаточно она близко? Вопрос. Достаточно ли она близко? Да, вот теперь она достаточно близко. Теперь надо поставить вот эту штуку сверху. Я промазал, да? Классика. Да, сейчас главное не брать ее. Вот так вот. Действую мудро. Мудро и неторопливо, потому что эта загадка очень мерзкая. Вот настолько она мерзкая. Вот прям выйду ли я? Вопрос. Выйду ли я? Если выйду. Да, спасибо, игра. Ты меня очень взбодрил, конечно. Но нет, все хорошо. Я сделал чудо. А, да, благодаря глюку мы прошли этот уровень немножко быстрее, чем могли. Спускаемся. Теперь нам нужен домик. Так, теперь в домик нам надо войти. Чтобы войти в домик, ну, как вы видите, у нас мы суперкарлики теперь. Мы включаемся очень медленно. Все. Надо быть чуть-чуть меньше, потому что я тут однажды застрял. Я не смог зайти в лифт, потому что я был слишком большим. Недостаточно ежесарматовским я был вашим персонажем. И мне пришлось, в общем-то, мучиться. Из-за сильно большого роста. Иногда все-таки маленький рост это хорошо. Запомните, да. Мы не шутим над людьми с маленьким ростом ни в коем случае. Потому что мы сами уже побывали в их роли. Ой. Ой-ой-ой, загрузки. Видите, какие они забавные, а? Вот это хорошо. Такс. Ну, давай. Давай, загружайся. Загружайся. Вот. Что? Установили. Пойдем. Emergency exit protocol initiated. Please prepare to conclude your Somnasculpt experience in 10, 9, 8. Error. Error logged by. Orientation protocol. Stand by for analysis. Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration. This is inconceivable, as Somnasculpt therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Reformulating. Improved hypothesis.
Patient requires additional Somnasculpt therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Instruction. Continue with Somnasculpt therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation protocol. Goodbye. Ой, понятно. Все, вспомнил. Это та часть игры, которая будет меня сейчас пытать, в общем-то, долго. Долго и муторно меня сейчас будет испытывать мое терпение. Смотрите. Да-да-да, би-би-би-би-би-би-би, гады. Ща мы выберемся, отсюда, не бойтесь. Такс. Не пищи, не пищи, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ненавижу. Бежим. Прям сразу пищать? Да. Что? Что? Блин, кто? Куда? Ладно, идем вниз. Вот. Где мы? Это место... Я немножко залетел, если честно. Так. Поехали. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnasculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Продолжаем двигаться ниже, как бы. Ой. Окошко теперь. А, нет, сюда. Ага. Что тут? Сюда идем. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective. Of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire, trial-by-fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Да, конечно, как я достану этот кубик, в общем. Или достану. Вот он, да? Добрался до этого.
конечно, уезжаем. Если бы, смотрите, здесь фишка загадки заключается в том, что нужно идти по стрелкам, но куда бы я ни посмотрел, с той стороны будет каменная стена. Смотрите, я смотрю на вот сюда, опа, здесь каменная стена. Вот, поэтому надо сначала посмотреть в одну из сторон. Смотрите, смотрю в сторону, куда мне надо. Ой, каменная стена. Как же так? Видите, стрелка показывает туда, идти надо вот тоже сюда. Там каменная стена. Вот как раз фишка в том, что я должен посмотреть в первую очередь сюда, а потом уже двигаться в эту сторону. Я с этой фигней тоже здесь боролся очень долго. Как дурачок бегал туда и сюда по кругу, и все было как-то так себе. Но в итоге, в общем-то, мне подсказали, как это пройти. Вот и все. Наверное, уже все. Да. Бежим. Бежим туда, бежим. Что это? Ой, настоящая загадка с кубиком. Да ну, давно такого не было. Слишком просто. Игры не знаешь уже, чего ждать на данном этапе. Ага, конечно, размечтался. Она приклеилась. Но мы хитрее. У нас ход ход конем, смотрите, да? Finally, while we respect the unique progress of every patient, you must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams. Thereby entering a state in which you will not be able to wake up, even with the help of triggering mechanisms. Что у меня за глюки происходит? Мы не добежим до конца. Надо нажать на будильник. Perception is reality. Perception is reality, да? Perception is reality. Что делать? Куда идти? Вот стрелка. Так. Стрелка, еще стрелка нужна. Где стрелка? Все, я, кажется, потерялся. Черт возьми. Сюда. 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 Продолжаем. Вот туда. Дальше. Дальше. Мне кажется, дурачок. Вот сюда. Вот сюда. Вот сюда. И все, кинул, да? Нет? Да, вот он. Please listen carefully for the sound of an alarm clock, which will automatically play if you are approaching a destabilizing dream weight. Да, все очень просто. Сумасшествие. Это безумие, да. Ну и чем мы не едем? Да. Да, надо все стенки проверить, чтобы узнать, что они на самом деле не стенки. Вообще, все еще радикально рекомендую вам эту игру, чтобы вы сами почувствовали, как оно все это выглядит на самом деле. Да, это действительно нечто. Это просто абсолютно нечто. Игра просто замечательная. Да, конечно, я нашел выход, но... Вот он. Вот он, будильник. Загрузка еще одна. Да. Но 1000% быстро прогрузилось, и оно все равно продолжает загружаться.
Так, за сколько мы? Все еще довольно быстро, да? Проходим, где мы? А, все, мы уже очень близко к финалу. This is highly unusual. It appears you have entered the Skonaskov diagnostic framework. Patients do not have access to this dream. Короче, здесь комната есть. В комнате, в общем-то, закрытое помещение. Вот оно. Оно откроется, когда я увеличу до достаточного размера домик. Домик. Diagnostic warning. Unrealistic use of dream objects may result in dream integrity fail state. Вот, домик, да, видите? Все нормально видно. Теперь мы проходим. Мы все еще недостаточно малы. Все, мы проходим сюда. Ой, оказывается, вот здесь круг, видите? Вот так вот. Вот так вот. И вот здесь дверь теперь открыта. Но! Чтобы пройти вот эту вот часть игры, надо сделать вот так. Please paradox from creating any refrains. Explosive dream overload may result. Please paradox overload. Это последний уровень, да. Мы пробежали очень быстро. Поскольку я уже ее проходил. Please overload for dream explosion. Not an exit. Не выход. Но мы идем туда. У нас другого выбора особо и нет. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and many years ago, I had a dream. I found myself in a place where I understood that each of us begins as nothing, where everything I perceived was shaped by seeing it exactly the way I wanted to. White space. Здесь я уже не помню, что делать, ща. А, все, вспомнил, тень. Замечательнейшая, просто такая душевная, интересная. А выводы итоговые, конечно, такие. А именно немного, но чего вы хотите от игры вообще? У нас в кино-то наивные все выводы. Ладно, мы сейчас дойдем наконец-то до... But in white space, I also faced the greatest challenge I could imagine. Because with a lifetime of life itself behind me, and all of the weight that it carried, I realized that seeing things the way I wanted to was not as easy as it used to be. Thank you.
сейчас творится нечто вообще невероятное. You're well beyond dreaming now, and further out than anyone has ever come back from. But we hope that you won't get discouraged. After all, if this is a place of pure perspective, isn't it also a place where a different point of view could make anything possible? Isn't that why you came here? Здесь, короче, смотрите, если не ставить фигурки, то в итоге ты будешь падать. Да. А если ставить фигурки? Черная на черную. Белая на белую. Вот, они не падают. Когда они не падают, ты тоже не падаешь. Только таким образом можно будет добраться до конца. Я дурак, да? Ладно, бывает. Давай сюда вот так. Да не важно, видимо, что нужно ставить. Все, больше не будем так делать. Мы будем умнее немножко. Я, кстати, в прошлый раз так не падал. Блин! А, ладно. Умственная отсталость продолжает развиваться, как видите. С ней просто так не справиться, ребят. Да. Все, перешагиваем вот сюда, аккуратно. Все, встаем. Все, берем черную штуку, ставим сюда. Идем сюда, берем белую штуку, ставим вот сюда. Идем вот сюда, ставим черную штуку, вот сюда. Идем на белую. Да, продолжаем движение. Мы молодцы, мы справились. Мы показали свой уровень интеллекта прям невероятный сейчас. С третьего раза, между прочим, да. Получилось жопно. А, пройти можно будет вот так. Сам ты. Да. Просто так здесь не пройти. Какая же замечательная игрушка все-таки, такая небольшая, хорошая, замечательная игрушка. Пройдете за вечер, за два, может быть. Ну, пройти ее рекомендую. Потому что... Что ты дурак? Я плохо прыгаю вообще. А, ладно. Ну, сейчас мы покажем, что такое восприятие настоящее. Восприятие сыра. Вот оно, вот что сыр может делать животворящий, видели? Вот, что тут, ох, пошли дальше. Ребят, если у вас может случиться эпилепсия внезапно, я рекомендую вам отойти от экрана. Это прикольно. Ты уже все, да, приземлился, наверное? Что там все шумит? Бум. Боже мой, просто обычная заставка, да, новая, конечно. Загрузка, как вы могли?
fight book. Hello, my name is Dr. Glenn Pierce, and by now, you may have realized that all of this has happened exactly the way it was supposed to. You see, everyone who comes to the Institute does so because they feel that they are no longer in control of something important to them. More often than not, the problem is not that the problems we face can't be solved. The problem is that we become so afraid of failure that we refuse to see our problems from a new perspective. And so, we do the same things again and again and again. And therein, of course, we find exactly the failure we were looking for. Be a struggle, and you will always have problems. But today, you have the chance to see things differently. Even though it meant facing obstacles that seemed impossible at first, you thought outside the box, and you overcame them. Because you saw things from every angle, you understood them for what they really were. Because you kept moving forward, no matter how far off the path you were told you were headed, or how unexpected it became, you found your way. Back in the real world, and some part of you will say that none of this was real, so how could it have really meant anything? But just like the power of perspective itself, it will have been as real as you believed it to be. All you've got to do is wait. Суперлиминал, друзья, вот она была, прекраснейшая игра, всем рекомендую 10 раз перепройти. А, конечно же, мы не будем смотреть все это полностью дальше, ну вот, за час мы управились. А, восьмикратно с вами прощаюсь, желаю понимания, играть в хорошие игры.